Ученики 5-й лагерской школы с нового учебного года будут обучаться в новых условиях. В образовательном учреждении идут ремонтные работы. С утра до позднего вечера там трудится несколько бригад. Школу построили в 1976 году и с тех пор капитальный ремонт там не проводили. Работы ведут по государственной программе развития образования и обещают закончить в указанные сроки. Но, по словам представителей Министерства образования, это не единственная школа, которую ждет обновление. В рамках этого проекта планируется осуществление капитального ремонта как в самом здании школы номер 5 города Алагир, так и в здании структурного подразделения, находящегося в селении Верхний Биракзанг. Кроме того, в 2020 году в Республике Северная Осетия Алания в рамках участия в федеральных проектах и программах планируется осуществление капитального ремонта еще ряда общеобразовательных объектов. Так, например, в рамках национального проекта «Жилье» планируется осуществление капитального ремонта двух школ. Это школы номер 11 города Владикавказ и школы номер 1 селения Нагир –